Всех приветствую. Вот сегодня купил плинтус. 12 метров. И начну его устанавливать. Но до этого вначале обрежу весь лишний линолеум. Ну а после установки плинтуса займусь уже строительством топчина. Вот брусок 50 на 50. Этого мало, я еще докуплю потом. Забрал последний. Начинаем отрезать. Хороший острый ножичек, у китайцев заказывал. Вот заводская заточка, вот режет как хорошо. Закончил обрезать, получилось достаточно ровно, как я считаю, с учетом того, что тут все криво. Здесь просто под порог заправил, закроется плинтусом. В общем, все готово, чтобы устанавливать плинтус. Вырезаем угол с помощью стусла. Вот такой уголок. Закончил я работу над плинтусами. Вот такое художество у нас вышло. Кое-где получилось неплохо. Там, где полы более-менее ровные, там и плинтус стал хорошо. Ну а там, где доски выше, чем остальные, там, естественно, бугры, там ровно никак не поставишь. Например, вот здесь. Пришлось вот такую залипуху делать.
Ну, покрасится все. Не знаю, каким цветом еще. Посмотрим. Дело в том, что, как в одном из видео я снимал, что веранда здесь-то вообще и не планировалась. А была построена просто террасочка небольшая, чтоб можно было выйти там чаек попить, на солнышке погреться. Террасочку построили, потом решили построить навес. Навес построили. Решили, а почему бы рамы не вставить? Вставили рамы, ну и так далее. Почему бы теперь все это не отделать? Ну вот, короче, это вечная стройка. Ну вот пока получается на данный момент вот такая вот картина. Ну, углы везде неплохо сошлись. Тут вот ровно. Здесь нормально. Сам периметр, в смысле, одна из части периметра, стороны периметра дома, она кривая, косая. И вот тут такая вот ерунда получилась. Там уже ничего не сделаешь, уж прибил как прибил по месту. Ну, а как говорил, здесь будут полочки, какой-то шмурдяк, и этого как бы видно-то особо не будет. Так внешне эстетически смотрится нормально, удовлетворительно, так скажем. Как бы строить все по науке, да по чертежам, да, но, конечно, бы все по-другому было бы. Ну а поскольку строим так, все, что в голову приходит, решили так, потом вот так, сделали эдак. Ну, поэтому такое получается. Но это лучше, чем если бы этого вообще не было. Поэтому, строя из того, что под рукой было, строительный материал, который мы вообще хотели изначально, ну, наверное, сжечь или отдать кому-нибудь, потому что печки у нас тут нету, дровяной, греемся электричеством. Ну, а поскольку это есть, надо же куда-то девать его. Вот и строим. Здесь еще покрасили подиум. Здесь пока все вынесли, здесь беспорядок. Теперь он такой зеленый. Трава вылезет, будет сливаться с травой. Ну а сейчас, вот на этом месте, буду строить топчан. Длина топчана будет 2 метра. Ширина 70 сантиметров. Хотел как там сделать 90, но он тогда вообще пол веранды займет. Может, даже меньше 70 будем делать. Ну, посмотрим в процессе. Была веранда поширше, конечно, можно было сделать нормально 90 сантиметров, чтобы как стандартная для сна кровать получилась. Ну, в общем, сейчас приступаю к сборке, к постройке топчана. Посмотрим, что получится. Ну, я два уже построил. Конструкция вообще элементарная. Начинаем.
Вот такой каркас. Пока он висит в воздухе. Сейчас установим туда три ножки. По одной с краю, одна посередине. По аналогии, по этой же, были сделаны мной еще два топчина, которые в доме находятся. Все стоит, все крепко. Не скрипит, не шатается. Едем дальше. Готов каркас для топчина. Размера его 2 метра на 70 сантиметров. Вот таким образом будет выглядеть внутренняя часть. Сверху будут положены доски вдоль. Но, как видно, не обошлось без старого материала. Вот эти поперечины сделаны из бруска найденного, кучи строительного хлама. Ну и три ножки на трех ногах. Как я говорил ранее, сделан по аналогии с предыдущими топчинами. Сейчас буду искать доски. Что-то найду, приколочу. Что чего не хватит, то докуплю.
Работа закончена, получился вот такой вот брутальный топчан. Опять в ход пошли доски старого пиломатериала. Тут вот, как видно, доску использовали в виде опалубки, остатки цемента на ней. Половину лиственничные, сосновые, в общем, в разнобой. Ну, значения это не имеет, так как поверх всего этого художества будет какой-то небольшой тоненький матрасик либо пенка какая-то. В общем, я сплю исключительно на твердой поверхности, поэтому для меня не критично. Вот так, почти что бесплатно, опять же, получился вот такой топчан. Спальное место. Также мы здесь поставим стол вот сюда, и за столом будет удобно сидеть. Место, конечно, на веранде скралось из-за этого, но образовалось дополнительное спальное место. Ну, по сути, такая небольшая комната. Поэтому теперь я могу спать, не слыша храпящих людей. У нас есть такие товарищи, которые храпят. Топчан застелили газетами, так как они очень сильно сохраняют тепло и снизу не дуют, ну и как бы несколько отражает его обратно. Поэтому это наш любимый вариант. Для тех, кто, может быть, не пробовал или не знает по поводу газет, то в холодное время суток их можно даже вместо портянок использовать в валенке. Много оборачиваешь, суешь валенок, ну или какую-то обувь, и очень даже тепло. Поэтому сейчас застелили газетами, сверху постелим покрывало. Постелили вот такое покрывало, внешний вид преобразился. Немножко коротковато. Часть того, что не покрыло покрывалом, мы туда положим подушки. Сейчас попробую прилечь. Ну, на этом можно сказать, что работа постройки топчана закончена. Пока у нас вот такой внешний вид создался. Внешний вид веранды. Здесь, как я как говорил, будет стол. Здесь кухонная зона, здесь я уже прикрутил столик. Называется это правильно ленточный стол, то есть который тот, который вдоль стены идет. Ну а здесь через неделю, через две холодильник завезем. Thank you.
Строим дальше. Продолжение следует. Всем пока.